Вершы ў суправаджэнні аркестра, Гомельская філармонія і абласны драматычны тэатры рэалізавалі сумесны творчы праект, прысвечаны 75-годдзю вызвалення Гомеля. Калектывы культурных устаноў аб'ядналіся ў агульнай канцэртна-драматычнай праграме пад назвай «І памятае выратаваны свет». Волнение не выдавая, оглядываюсь, не расспрашивая. Так вот она, передавай. Мне ничего нет страшного. Увесь вечер на сцене эстрадно-симфоничный оркестр имя Юрия Василевского под кіраўніцтвам Станислава Шныра. До музыкантов долучались солисты филармонии и артисты театра. Гучали верши, песни, театральные и инструментальные этюды. Программу рыхтавали с верасня. У яе увайшли 20 нумаров. Хоть пропанов было нашмат больше. Артисты приносили сами, предлагали стихи, предлагали песни. Кто-то сам играет, кто-то под оркестр. Получились очень довольно хорошие, красивые, мощные номера, когда актер драматического театра читает стихотворение в сопровождении оркестра. Это звучит очень мощно, красиво, прям мурашки по коже.